И в завершении выпуска юбилейная выставка «Абылхан Костеев. Наследие века» открылась сегодня в Алматы. Вернисаж посвящен 120-летию со дня рождения выдающегося казахстанского художника, основателя отечественной школы живописи Абылхана Костеева. Экспозиция включает более 300 живописных и графических произведений из коллекции Государственного музея искусств. Мастер оставил после себя богатое наследие более 3000 картин, выполненных из различных в различных жанрах и различных материалов. Эти произведения сегодня являются частью Золотого фонда изобразительного искусства Казахстана. Большая часть картин находится в коллекции Государственного музея искусств. Живописные полотна Костеева есть также во многих музеях и частных собраниях, как в Казахстане, так и за рубежом. Каждое произведение Абылхана Костеева – это вдохновение, повествование о родной земле и людях, выражение его надежды на лучшую и счастливую жизнь своего народа, служение которому он посвятил всего себя. Когда время прошло, знаете, смотришь срез работ той эпохи, тех художников, мы много говорим о соцреализме и от того, что это надо было отходить и так далее. Но когда я смотрю работы Абылхана Костеева, я всегда вижу в нем много, очень много доброты и тепла. И, в принципе, это полное соответствие по рассказам моего отца, Гульназита, родных и близких, о том, что он настолько был человек органичный, цельный и добрый, и это само собой передавалось в его работах. И это чувствовалось на таком, знаете, энергетическом уровне.